В этом году мы приехали на авиасалон МАКС-2017 с нашим новым авиатренажером. Тренажер самолета Д-200 МЧС. В нем реализованы типовые сценарии, такие как взлет, обнаружение пожара, в том числе в термооптическом диапазоне, тушение и посадка. Тренажер работает в четырехканальном режиме, территория, представленная в тренажере, 500 на 500 километров. Наша компания родом из Томска, и основной центр разработки до сих пор остается там. И поэтому тема лесных пожаров в Сибири нам очень близка. В настоящее время здесь, на МАКСе, уже есть ряд компаний, которые используют нашу технологию, потому что у нас более 30 клиентов из России, как гражданского, так и оборонного назначения. Уникальной особенностью нашей технологии является то, что на базе нее можно создавать не только узкоспециализированные, например, только летные тренажеры, но и смешанные системы визуализации, где вы можете визуализировать одновременно и наземную технику, и подводную, и космическую. Все это в рамках одной системы визуализации. Было интересно изучать вообще флайт-модели, что это такое, вообще как работает Д-200. Пришлось прочитать прям три книги больших, общей продолжительностью 1500 страниц. И узнал, что летать это не так-то просто, но это, в общем, забавно.